Илья Вадимович, скажите, пожалуйста, каково значение Конгресса для представителей бизнес-сообщества, властных структур и саморегулируемых организаций? Ну, полностью за бизнес-сообщество я вряд ли смогу что-то сказать. Постараюсь отразить мнение сообщества, связанного со строительством. Все-таки я здесь представляю Национальное объединение строителей. Ну, значение Конгресса – это традиционная площадка, уже ставшая традиционной площадкой обмена технологиями, обмена новыми идеями. Тема энергоэффективности на сегодняшний день одна из наиболее остро обсуждаемых, я скажу, без преувеличения, не только в России, но и в мире. То есть это, в общем, и рациональное использование ресурсов, и конкурентные преимущества любой страны, как в сфере высоких технологий, так и в сфере тех технологий, которые обеспечивают комфорт жизни, даже прежде всего. Последние несколько месяцев обозначились серьезной критикой руководства страны нашей работы в сфере ЖКХ, и это тоже, в общем, наверное, исправить ситуацию в этой сфере тоже вряд ли возможно без применения современных энергоэффективных технологий. Поэтому то, что такая площадка сформировалась, функционирует уже на протяжении нескольких лет, ну, это, наверное, одна из больших возможностей двигаться в этом направлении. Спасибо. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, в решении каких задач и вопросов помогает Конгресс? И что необходимо добавить в деловую программу форума? Со своей стороны скажу, что хотелось бы добавить нашего в этом участия в большем объеме, то есть участие Национального объединения строителей, просто крупных строительных подрядных организаций, потому что у нас как-то традиционно разделена сфера проектирования строительства, дальнейшего оборудования и так далее. Хотелось бы, чтобы это были более интегрированные процессы, поэтому думаю, что и наших бы мероприятий на этом конгрессе в будущем хотелось бы видеть больше. То есть строители, проектировщики, изыскатели, те, кто участвует в создании строительной продукции. А в целом, ну, думаю, большое внимание надо уделить вопросам реконструкции. Это одна из таких острых тем. На сегодняшний день, вы знаете, у нас более половины жилищного фонда страны находится в ветхом и изношенном состоянии, и никаким требованиям энергоэффективности не отвечает, соответственно. Это одна из задач. Вторая задача – это поиск все-таки экономических мотиваций для повышения энергоэффективности. Думаю, стоит обсудить и законодательные, и нормативные, и технические вопросы, которые могли бы это позволить сделать. Скажите, пожалуйста, еще такой глобальный вопрос. Как, на ваш взгляд, каковы перспективы развития энергоэффективности в нашей стране? И что, возможно, мешает более активному развитию этого направления? Перспективы, я считаю, достаточно высокие. Мы, с одной стороны, страна, избалованная ресурсами, избалованная дешевой энергией, дешевой рабочей силой. С другой стороны, наши масштабы нашей страны, отсутствие такой вот плотной развитой инфраструктуры, такой, как в Европе, делает все наши рынки очень локальными, строительные рынки, наши города отделены друг от друга. И поэтому энергоэффективность для нас очень непраздный вопрос, и все это на своих, еще раз скажу, платежках ощутили, что разумное их использование, наверное, может дать нам серьезный толчок для движения вперед. Даже Европа на сегодняшний день ищет экономическую составляющую энергоэффективности настойчиво, в большой степени. Это, конечно, энергонезависимость Европы. Для нас это может быть не столько актуально, но для нас энергоэффективность – это большой шанс. Большой шанс в части экономического роста, в части развития наших территорий и так далее, и так далее. Мне прекрасно понятно, что тащить огромные магистрали теплосетей или энергосетей на большие расстояния – это очень дорого стоит, поэтому, наверное, надо искать пути повышения эффективности. Это одна из, ну, в общем, наверное, это главная наша задача. То есть энергоэффективность для России – это шанс. То есть, имея такой большой запас, грехом не воспользоваться.